проблемные вопросы помощник президента провел выездной прием граждан. Показывают больные точки, которые уже непосредственно на местах. Что волнует горожан? Жгучая пора в Бобруйском районе зафиксирована свыше 8 случаев ликвидации палов травы. Разводить костер важно на безопасном расстоянии. Как сохранить самое ценное? Дары природы. В Беларуси активно идет сбор березового сока. Антиоксидантные свойства снижают риск развития онкологических заболеваний. Чем весенний напиток привлекает потребителя? А также новый состав, арендная плата и безопасность превыше всего. Владельцы потенциально опасных пород собак должны будут пройти специальный курс. Как это будет работать? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Разговор личный, дело государственное. В Бобруйске прошел выездной прием граждан. В администрации Первомайского района горожан выслушал помощник президента. Спектр проблем, с которыми обратились люди, широкий. По каждому обращению инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк дал конкретные поручения для детального изучения проблем. Личные приемы, которые мы проводим на регулярной основе, показывают больные точки, которые уже непосредственно на местах. Это вопросы и благоустройства, это вопросы и ремонта, капитальных ремонтов домов, обслуживания тех же домов. Безусловно, самые такие проблемные моменты – это работа коммунальных служб. Такие приемы позволяют укрепить доверие между гражданами и властью. Тем самым выстраивается эффективная работа по решению поставленных задач. Выслушать и помочь – одна из главных задач руководителей разного уровня. Лучше разобраться в проблемах человека можно как раз во время личной беседы. Дети и безопасность. В Беларуси завершается профилактическая акция. Перед началом каникул сотрудники милиции провели беседу с учащимися 6-7 классов 24-й школы. Пересекать пути в наушниках, ходить по лезвию ножа. Риск не услышать приближающийся поезд высокий, о чем неустанно говорит статистика. Целью данного мероприятия является профилактика железнодорожного травматизма. Правила затрагивают не только детей. Правоохранители напоминают, невнимательность и пренебрежение элементарными правилами безопасности могут привести к непоправимой трагедии. Длинная очередь, опасная порода и дипломированный специалист. В Беларуси изменились сроки вступительной кампании для целевиков. Когда пройдут собеседования? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси избрали бывшего руководителя администрации президента Игоря Сергеенко. Владимир Андрейченко занимал этот пост 16 лет. В новом составе будут работать 20 депутатов предыдущего созыва, а также 27 местных советов 28-го. Среди избранных почти 34% – женщины, самому молодому – 29 лет, старшему – 66. Базовая арендная величина изменится с 1 апреля. Придется заплатить 17 рублей 76 копеек. В свою очередь в госком имуществе прокомментировали, что незначительное увеличение ставки на 5%, скорректированное с учетом инфляции, позволит компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности. В стране владельцы потенциально опасных пород собак должны будут пройти специальный курс. К слову, существует повышенная ставка налога для этой категории. Законопроект содержит основные требования по обращению с не только животными-компаньонами, но и лабораторными и служебными четверолапыми-любимцами, которые используются в культурной деятельности и спорте. Почти 4000 грузовых и легковых автомобилей скопились на погранпереходах страны с сопредельными границами Евросоюза. По информации, на 8 утра в Каменном Логе зафиксировано 1170 машин, а в Бене-Конях – 1190. Между Беларусью и Латвией также увеличивается число транспорта. В Григоровщине уже находится 750 большегрузов, в Козловичах – около 600. В Беларуси изменились сроки вступительной кампании для целевиков. Подавать документы и проходить собеседование они будут с 27 июня. Экзамены пройдут с 4 по 10 июля. Зачисление успешно прошедших испытаний по 12 число. После окончания учебы обязательная отработка для целевиков без изменений – 5 лет. Навеки в памяти и сердцах. 81-я годовщина памяти жертв Хатынской трагедии отмечается 22 марта. Открытая диалоговая площадка прошла в библиотеке имени Пушкина. В беседе с прокурором города молодежь погрузилась в жуткие события 1943-го. После душераздирающих фактов обсуждения все желающие смогли поделиться чувствами и эмоциями. Обязательно сохранить историческую память, банально для того, чтобы не повторять ошибок прошлого и знать героев,
своей страны, больше впечатлен открывшейся информацией, потому что, допустим, те же самые рассекреченные документы, я об этом не знал, вот, но и появилось желание прочитать. В стороне не остается никто. В разгар рабочего дня сотрудники бобруйских предприятий почтили минутой молчания погибших в этой страшной трагедии. Каждый понимает, произошедшее не может быть забыто. Хатынь – это величайшая трагедия для истории нашей страны, о последствиях которой мы не должны забывать. Я считаю, что минута молчания – это та малая часть дани памяти, которую мы можем дать жертвам трагедии. Естественно, это громаднейшая проблема, громаднейшая трагедия. Естественно, все должны про нее помнить. Потому что если мы не помним, мы будем вынуждены это повторить. Геноцид в Хатыни унес жизни 149 мирных жителей. 75 из них были детьми. 22 марта мы вспоминаем не только жертв, стертой с лица земли деревни, но и всех тех, кто был убит во славу античеловеческой идеологии. И наша задача как народа, победителя фашизма, не допустить повторения трагедии прошлого. Самый сок. Белорусские лесничества приступили к заготовке прозрачного богатства. Березовик славится не только своим вкусом, но и полезными свойствами. Люди охотно закупаются и наслаждаются натуральным напитком. В тонкостях подсочки разбиралась Юлия Вернер. В прошлом году бобруйский лесхоз собрал 119 тонн сока. В планах на нынешний не менее 200. Основные покупатели – «Оазис Групп» и Кировский пищевой комбинат. Остальное для населения. Ценник – приемлемый 31 копейка за литр в своей таре. Приобрести свежий сок можно на торговой площадке «Лесной домик» на Гагарина. В этом году наша реализация на площадке в городе Бобруйске, когда людям не нужно ехать за город, тратиться на топливо, на свой транспорт. Им удобно приехать сюда, взять необходимое количество в нашей таре, либо в своей. Все очень довольны, приезжать не по одному разу. К слову, заготовить сок можно самостоятельно. Достаточно обратиться в местный лесхоз и под надзором специалистов набрать необходимое количество. Однако излишняя инициатива наказуема. Самовольная подсочка берез расценивается как нарушение природоохранного законодательства. Штраф до 20 базовых. Технология по заготовке сока такова. Делается рез бензопилой под углом 30 градусов к вертикальной оси. Длина реза не должна превышать 12 сантиметров. Глубина 4 сантиметров. Березовый сок – напиток не только вкусный, но и полезный. Природный нектар содержит в себе витамины группы В, которые улучшают работу нервной системы, кровообращение и стабилизируют психоэмоциональное состояние. А аскорбиновая кислота повышает сопротивляемость инфекциям и укрепляет стенки сосудов. Регулярное употребление натурального березового сока может помочь при расстройствах сна и повышенной тревожности. Напиток также используется для профилактики анемии. Антиоксидантные свойства снижают риск развития онкологических заболеваний. Березовый сок, несомненно, можно назвать самым весенним напитком. Полезные свойства и приятный древесный вкус делают его фаворитом не только у детей, но и взрослых. И самое время отправиться в лесхоз и заготовить побольше. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. С начала марта в Бобруйском районе зафиксировано свыше 8 случаев ликвидации пожаров сухой растительности. Все возгорания удалось укротить на начальных стадиях благодаря бдительности сельчан и оперативности спасателей. Такое пламя сложно поддается тушению. Спасатели рекомендуют разводить костры только в безветренную погоду, чтобы высота пламени была не более полуметра. Делать это лучше вдали от зданий, не ближе 10 метров от построек. Перед разведением костра важно очистить территорию от сухой растительности и горючих веществ. Также помните, что разводить костер важно на безопасном расстоянии, таком, при котором пламя и искры не попадают на горючие конструкции. При возникновении пожаров виновники возгорания привлекаются к административной ответственности. Тренд на интеллект, как изменилась литература в эпоху диджитал и вытеснит ли виртуальная книга бумажную. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!